جنب شيلينغون هو Stimați sportivi, amatori al sportului, primele întâlniri vor fi la Salteaua Cam, echipa din România și echipa din Ucraina. Уважаемые гости, уважаемые спортсмены, встреча будет первая команда с Румынии, команда из Украины. Первая – Бостан, Максим, Румыния. Все в антелику, Терзи, Сергей, Украина. Выходите. Можете готовиться. Următоарea categorie de greutate. Дарья Андрей din România. Se va întâlni cu Ceban Roman, Ucraina. Următoarea întâlnire, следующая встреча будет. Драганич Дариус din România. Визир Павел, Украина. Раилян Мариан, Румыния. Рушанян Арик, Украина. Молодож Нарбер, Румыния. Таракан Дмитрий Дину, Украина. Из Украины. Робу Георгий, Румыния. Жалоба Кирилл, Украина. Капацина Тудор, Румыния. Глуган Сергей, Украина. Недялко Иван va reprezenta Republica România. Глуган Сергей из Украины. Плугаро Семен, Румыния. Тимишли Александр из Украины. Дримта Чиприян, Румыния. Лутянчук Артур, Украина. И следующая встреча будет Аштелян Александру, Румыния. Денчук Дмитрий из Украины. Внимание! На первом ковре будет бороться команда Беларусь и Армения. Весовой категории 57 килограмм. Койко Владислав, Зурабян, Карен, Армения. Харутинян, Армения. Представитель Беларуси в 61 килограмм не имеет участника. 65 килограмм. Зуров Арсений. Теванян Вазген. 70 килограмм. Куришта Александр. Беларусь. Галстян Геркан Армения. 74 килограмма.
Ализалов Давид, Андресян Армен, 79 килограмм. Акулич Егор, Алиханян Храй, 86 килограмм. Погосян Аркадий, Абагян Армений, 92 килограмма. Павличенко Василий, Маркосян Мер, 97 килограмм. Ковалев Владислав, представитель Армении, 97 килограмм не имеет. 125 килограмм. Осипенко Владимир, Магокян Армении. Приготовиться вес 50 килограмм, то есть 57 килограмм. На ковер бой вызываются. Бостан Максим, Румыния, Тарзи Сергей, Украина. Приготовиться Дарья Андрей, Румыния, Цебан Роман, Украина. Судьи первого ковра. Арбитр на ковре. Судья национальной категории Кихай. Боковой судья национальной категории Молла. Трико Койка, в синем трико Зурабян. Стой, стой. Покажите.
так сделать. Какой, какой ты? Внимание, уважаемые болельщики, участники, тренеры. На наших соревнованиях присутствует депутат парламента, заслуженный тренер Республики Молдова Николай Дудогла. По баллам выиграл Бостан Максим Румыния. На ковер вызывается Дарья Андрей, Цейбан Роман. Приготовиться Драгичи Дариус, Визир Павел. Дарья Андрей, Румыния, Цейбан Роман, Украина. Thank you.
На первом ковре приготовится Зур Теванян. По баллу схватку выиграл Зурабян, Армения. На ковер приглашается вес 65 килограмм. Представитель Белоруссии Зур Теванян. Приготовится 70 борца. Группа, Саша. Группа. Победу одержал Цибан Роман, Украина. Чистую победу. На ковер вызывается Драгич Дариус, Румыния, визирь Павел, Украина.
Максим, секретарь. Второй период. Чистую победу одержал Визель Павел, Украина. Счет стал 2-1 в пользу сборной команды Украины. На ковер вызывается Рейлиан Мариан, Румыния, Арушан Янерик, Украина. Приготовиться Мольнос Норбер, Таракан Дмитрий. Схватку явным преимуществом выиграл Арушан Янерик, Украина. На ковер вызывается Молнош Норбер, Румыния, Таракан Дмитрий, Украина. Приготовиться Робу Георгий, Румыния, Джалаба Ширил, Украина. В этой встрече техническую победу одержал Теванян, Армения. На ковер в красном трико Курища, Беларусь, Галустян, Армения. Приготовиться 74 килограмма. Стоп! Замечание синего. Thank you.
пожалуйста. Явным преимуществом чистую победу одержал Тараган Дмитрий, Украина. Уважаемые зрители, на наших соревнованиях прибыл мастер спорта по вольной борьбе, депутат парламента Карасени Дмитрий. Робу Георгий, Румения, Джалаба, Чирил, Украина. Приготовиться. Капатина Тодор, Глуган Сергей. Приготовится 74 килограмма Ализалов, Беларусь, Андреасян, Армения.
По баллам схватку выиграл Галустян Армении. Ализалов, Беларусь, Андреасян. Победу одержал Рубу Георгий, Румыния. Капатина Тодор, Румыния. Глуган Сергей, Украина. Вызывается на ковер Б. Приготовится Недалко Иван, Румыния. Грикенко Глеб, Украина. На середину.
В этой встрече победил представитель Армении Андреасян. На ковер приглашается 74 килограмма Акулич, Беларусь. Аликханян, Армения. Приготовится 986 килограмм. По баллам чистую техническую победу одержал Капатину Тодор, Румыния. Медалько Иван Григенко Глеб вызывается на ковер Б. Приготовится Плугару Семен и Мишли Александр. Thank you.
Солнца. В этой встрече выиграл Алекханян, Армения. На ковер приглашается весовая категория 86 килограмм. Погосян, Беларусь. Авалджан, Армения. Приготовится 92 килограмм. По баллам победу одержал Недалко Иван Румыния. Благурус Семен и Мишли Александр. Приготовиться. Триндар Киприан Лучан. Артур. Время есть? Время есть? А ну-ка.
посмотри, позови сюда. Общий счет 4-4. Украина, Румыния. Второй период. Времери и он. В этой встрече победил представитель Белоруссии Пугасян. На ковер приглашается Павличенко, Беларусь. Маркосян, Армения. Thank you.
По баллам схватку выиграл Джимишли Александр, Украина. Тренеров сборной команды Украины и Румынии приглашаем на награждение. Коуч Румыния, плиз. Дринда Киприан, Лучиан Сиуч Артур. После этой схватки приготовится Астелиан Александру, Денис Сиуч Дмитрий.
встрече выиграл Маркосян, Армения. И в тяжелой весовой категории представитель Беларуси Осипенко, Магокян, представитель Армении, призер первенства Европы среди юношей. Чистую победу одержал Маргосян, Армения. В этой встрече победила команда Армении. Представитель Армении и Белоруссии, подойдите, пожалуйста, сюда. Представитель Белоруссии, подойдите к судейскому столу. Каждому участнику этой встречи вручается майки с логотипами Александра Филипповича Попова. Приглашается команда в красном трико, команда Румынии. На первом ковре в следующем круге будет бороться команда Румынии и Белоруссии. Кики-ой!
Чистую победу одержал Лучан Циуч Артур, Украина. Астелян Александру Денисиус Дмитрий вызывается на ковер Б. Последняя схватка. Румыния, Украина. Счет 6-4 в пользу Украины. Субтитры сделал DimaTorzok.
Афанас. Стоцкий. І команди Молдови. Красним трико команда з України, синім команда з Республіки Молдова. Представитель Албастру. Білорусь. Просьба построїтися всім. Екіпа Дін Україна, Ворпій Андрій Рошун.